Маленькие большие геймеры, это снова Сидоров, и я представляю вам пару новых компьютерных игр. Первая игра относится к классу автосимуляторов, называется Кармагеддон. Кармагеддон — это рев моторов, визг тормозов, скрежет металла и запах бензина. Это гонки на выживание. Правила в игре очень простые, правил нет. Довольно веселенькая игрушка, в ней можно все. Можно толкаться, врезаться в противника на полном ходу, сталкивать его в пропасть, если пропасть находится недалеко, и делать другие тому подобные вещи. Победить в гонке можно двумя способами. Первый способ – разбомбить все машины всех своих противников. Второй – передавить всех пешеходов на улице. Кстати, не думайте, что пешеходы такие уж несчастные. Если вы пытаетесь их объехать, они начинают вас дразнить и сами лезут под колеса, так что жалеть их не стоит. Выберите способ, который вам больше всего нравится, и следуйте ему до конца. Я бы рекомендовал вам первый способ. Во-первых, противников гораздо меньше, чем пешеходов. Во-вторых, за них больше платят. Деньги в игре можно зарабатывать несколькими способами. Самый простой и самый неприглядный из них – это давить пешеходов. Второй способ – как можно изобретательнее таранить своих соперников. Третий способ – вы можете зарабатывать деньги, проезжая через контрольные пункты на трассе. Также можно выделывать лихие трюки и собирать различные бонусы по дороге. Нельзя не восхищаться возможностями вашей машины. Двигатель у нее просто зверский. Вы можете ездить по почти отвесным стенам, падать с огромной высоты, переворачиваться и даже утонуть в бассейне. И при этом с вами ровным счетом ничего не случится. Правда, если вы после очередного кульбита не смогли своими силами встать на колеса, то всего за $1000 вас снова вернут на трассу. На эту операцию вы даже можете взять деньги в долг. Хотя, если вам жалко денег, вы можете подождать, пока какой-нибудь из соперников заботливо не подтолкнет вас на скорости миль 200 в час. Единственное, что могу вам посоветовать, не разгоняйтесь слишком сильно, не то взлетите на первом же повороте или перевернетесь. Если ваша машина начинает барахлить, то можно подремонтироваться прямо на ходу. Это тоже будет вам стоить определенных денег. После гонки вы можете посетить магазин запчастей, где вы сможете купить более мощный двигатель, броню и различного рода приспособления для более качественного уничтожения своих соперников. Больше всех в игре досаждает полицейский, который, пользуясь государственным автомобилем, превосходящим по мощности и броне любую из ваших машин, начинает радостно гоняться за вами по всей улице, стоит только ему вас заметить, не давая прохода буквально нигде. Избавиться от полицейского тяжело, но можно. Можно попробовать столкнуть его с моста или перевернуть его машину так, чтобы он не смог встать на колеса. В целом, игра Кармагеддон оставляет довольно неплохое впечатление благодаря безграничным возможностям вашего автомобиля и хорошему интерфейсу, который позволяет рассматривать ваш автомобиль в различных ракурсах во время погони. Следующая игра, которую я хочу представить вашему вниманию, называется «Абьюз». Испытывая известную степень неуважения к играм, не снабженным видеозаставкой, я могу вам сказать, что я не могу вам точно сказать, о чем эта игра. Судя по всему, идея создания игры пришла авторам после просмотра фильма «Чужие». По крайней мере, монстры, которые нападают на главного героя, очень напоминают отрицательных персонажей именно этого фильма. Игра «Абьюз» — это типичная аркада, где вам придется бегать по лабиринтам, уничтожать монстров и выполнять различные небольшие задания, промежуточно сохраняясь на уровнях. У игры очень оригинальный интерфейс. Герой управляется одновременно с клавиатурой и мышью, что позволяет ему стрелять в любом направлении, вне зависимости от направления движения. И это очень удобно, потому что монстры, которые нападают на вас, иногда не замечают в процессе погони, что в них уже стреляют, и очень часто погибают до того, как успевают до вас добраться. Если вы чувствуете, что силы не равны и перевес явно не в вашу пользу, то вы можете спасаться бегством. На следующий уровень вы можете пройти, не убивая всех монстров подряд. Главное – найти выход. К положительным сторонам игры могу отнести большое количество оружия и очень хорошую графику. К отрицательным же сторонам могу добавить, что отсутствие начальной и конечной заставки делает игру несколько непонятной и незаконченной. Ну вот и все на сегодня. Это был Сидоров, я прощаюсь с вами на 2 недели. Всего хорошего!